дорога на Волноваху. Ну а дальше как пойдет. Не успел позавтракать. Как будто бы в городе, на каком-то красивом проспекте. Класс, все зеленое. Первая фотозона. Еще один барашек, да, под хэштегом Pride, Pride Bikes. У вас два Рокса, а у меня Рокки. Походу Pride захватывает мир, да? Ну норм. Да у меня мое детство прошло без велика, как бы в 30 лет учиться всем этим трюкам уже не хочется. На большой скорости я. Называется, как улучшить недоработки со стороны производителя. Батарейка выпадает во время трески. Да, я как-то. Так, решили немного отрезать. В принципе, на шоссик едется легко. Начинается. Надо ехать на тормозах. Нормально. Главное, чтобы песка не было. Вот, так, вот такого. Вот такого. Ого-го-го. Вы куда? Я ж тут не про... Ага, я понял. Там у нас
Да. Меня Жень к такому не готовила. А? Я уже увидел. След, да. Да ну я, блин, я сейчас пройду по грязи, потом просто не стегнусь. Называется, не успели отъехать от Касьяновки. Класс. Так, ну что, первый подъем проехали. Такой уж он страшный. Что там дальше, не знаю. Никогда сюда не ездил. Это пришло очень неожиданно. Припекает пипец просто. Хорошо, хоть ветер встречный. Так охлаждает. Ого, 32 градуса у меня. Без тучек, без ничего, просто в спину, в голову. О. Ну вот, кстати, боевой опыт такой. То что, катнуть Николь не волновало, да. Да еще с непривычки. 32 градуса у меня показывают. Сколько сейчас? 32, не, градуса. А проехали 44. Вот смотри, 44. Капец, ты почувствовал эти 44? 44 плюс еще где-то 20 туда с копейками. И даже столько же назад. Да, то есть даже и без Никольска будет 120-130. 130 минимум. Нам и Никольска не надо будет. Ну да, там мы... На Вахе похавать, можем заехать потом ко мне домой и колбасу-то возьму. Колбасу еще раз давим. Ну понял, сладкая такая колбаса шоколадная. Да, 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 да. Надо. Мама же приготовила, она говорит, возьми. А я говорю, куда? А сейчас такой, блядь, хочу колбасу. Зря. Там у меня сумка, блин, по сути, пустая. Там блин, паспорт. Я не успевал. Ну, а думаю, вообще посрать ничего нету. Блин, ну у тебя велик чуть-чуть уже выглядит, как будто ты, знаешь... Покатанный? Не-не-не, как будто ты едешь дальше, чем мы. Ну, и у тебя тоже. Я же готовлюсь. У нас план Запорожье этим летом. То есть тут еще будет две сумки. Одна сюда, одна сюда. Ну да, если... Ну, это уйдет, сюда такая большая будет. Если подсидел, тоже возьму. Я тоже в кадр хочу попасть немного. Изолента в цвет рамы. Четкая, да? Оранжевая вообще... Не, тебе черная сюда пойдет. Так, надо снять эту приблуду. Фонарик все равно... Уже не работает. Мы заговорили тогда именно за эту сумку, как мы смотрели. Не, она классная. У меня такого плана была сумка, но она побольше. И телефон в ней очень сильно греется сверху. Она вообще не вентилируется, а еще у нее проблема. Хотя ты ее закрепил как-то, но моя ерзала сильно. Не, это не я даже закрепил, это этот вышел, а, она, мне помог. Она у тебя чуть другого плана, у меня такие штаны были, они свисали, то есть крепление... А так он меня пытался, чтобы я вот здесь зацепил, а потом просто в два оборота сделал здесь. Вот да тоже, не, типа... она вообще лянка. Ну нормально, да. У меня была, получается, на липучке телефон отстегивался. Тут такая тряпка и снизу два таких больших кармана. Не, она... Она это... болталась сильно. Ну, она потому что, во-первых, мы будем коленями бить их на таких великах. Это же невозможно, ты будешь постоянно... Вот это удобно, типа, по городу незнакомому, потом уже Запорожье. Включил Google карту, там до отеля доехать. Не, я взял ее, потому что она, во-первых, самая дешевая, 300 гривен. Кстати, да, я, наверное, такую тоже возьму. У подсиделов есть проблема, они чем дальше, тем их начинают просто по дороге разболтывать. Влево-вправо. Я хочу 10-литровую взять нормально. Потому что можно, конечно, 15, я видел, даже я видел вот эту херню 20-литровую. Да не, бред. Это такой, наверное, баул чисто. Нет, что ты туда можешь положить вещи зимние? Это бред. Она будет в натуре болтаться. Я думаю, 4 литра взять. Посмотрим. Ну, то есть самое необходимое. Плюс у меня сумка будет на спине, здоровая такая. Поболее, чем у него. Я уже показывал. Мне по работе просто надо катать некоторые вещи объемные иногда. Поэтому, ну, вот это вот. Оно даже часть не вмещает того, что надо. А рюкзак летом это, конечно, жопа. Надо. Зимой классно, он спину греет. А летом грелка на спине не нужна. Ужас, блин, 40 градусов, это солнце, облаков нету вообще, пол второго дня.
Единственное, да, спасение — это ветер, который дует в лицо и немного замедляет. Ставки повышаются, 41 уже. Сколько будет дальше? Кошмар, я заголодал страшно. Еле-еле еду. С утра не успел позавтракать, думал, ладно, по дороге придумаю что-нибудь. Ну, булочка не помогла. Кстати, а мы уже на точке. Сейчас до ближайшей кафешки что-нибудь сладкое, соленое, колу. Заправка тоже подходит отлично. Я спасен. Сейчас подкрепимся. Нет, напрягало. Человек все-таки это такой организм. Ну да. Какой-то механизм. Так сколько этих смешных историй с велосипедистами, которые заголодали, а потом там чуть ли не на людей кидаются. Дайте что-нибудь съесть. Хоть яблочко какое-нибудь, хоть что. Выпил колы, выпил кофе, съел с ней кофе. С колой это, наверное, только я так могу. Одновременно. Прямо жил конкретно. А то уже еле-еле доехал сюда. Просто на рефлексах. По памяти. Велосипед зимой. У меня же контакты летние. Я еще сверху бахилы одеваю. Не помогает вообще. При нуле мне нужно где-то полчаса для того, чтобы ноги просто колить. У меня беда, у меня руки, очень пальцы на руках очень быстро мерзнут. То есть не помогает ничего. Если где-то за городом это попал, то это хавайся. Да мы сколько попадали в холод где-то за городом. Ну, теперь у меня появилась еще одна байка про заголодавшего велосипедиста. Это было декабрьское, но это было, сегодня было вообще... Жара, так то я был в городе, то я просто с АС-2 на левый ехал. А это черти где за городом, где вообще ничего нету. Специфический мост Волновахи. Я, например, не знаю знаков этих, не помню. Нельзя останавливаться, нельзя тормозить. Ну, мне, в принципе, мне нафиг не надо. Я могу везде остановиться, взять в руки и перенести. Волноваха, и без электрички, кстати. То вчера ездили чуваки на электричке. Ты. Наши мариупольские остановки. Прозрачная, стеклянная. Я не специально пошел.
где-то в какую-то кафешку приехали недалеко. Ну что, прикольно. Немного суховато, но такое. Если еще чуть-чуть сильно. Она узенькая, длинная. Ну зато она не будет течь по рукам, по ногам. И куски, куски курицы вон большие. Нормально. Что, нет? Что, не хочешь? Тихо, мне, видимо, немного не получилось. Я все смонтировал, а потом увидел, что 25 кадров вместо 6 кадров. Ты тоже не делаешь. Но ты должен сам заметить, она становится такой же симпатичной, если ты ее два раза заметишь. GoPro, стоп, съемка. Перекусили, подкрепились. Вообще усталости как и не было. Что значит заголодать? Всегда берите с собой еду. Никогда не знаешь, куда попадешь. Ветер должен быть попутным, все будет отлично. Еще по плану заехать на водичку покупаться. Все, цель поставлена. Волноваха исследована. Цель выполнена. Возвращаемся домой. Пока отлично, путь назад хороший. Уже отъехали километров на 20 от Волновахи, может чуть меньше. Донецкая трасса — это просто зашибись. Это масштаб. По две полосы в каждую сторону. Выделенная полоса. Полосы друг от друга отделены. Практически всю дорогу по бокам у нас зелень. Там поля, деревья. Деревья, поля. Температура упала на 10 градусов. Уже 32. Ветер в спину. Шикарно просто. Впереди плотина, купаться будем. Это ужас какой-то, блин, вроде дорога ровная. Эти ямки просто как, не знаю, на американских горках. Это капец просто. Еду легкие 24 километра. Час. А боль своя не надо. Задача не долететь и сохранить ногу. Две ноги. 85. Всего еще километров 50, наверное, домой. Передохнули, едем дальше. Какая вода сегодня? Сегодня 40 грамм. Там, а я выезжаю здесь. Потому что там высоко. Все, заезжаем на территорию Мариуполя. Дорога на карьер. Блин, тут страшно. Ну, в принципе, нормально. Мне примерно сантиметра полтора песка. Это еще терпимо. Дальше. Дальше я начинаю копать эти канавы. И меня несут. Эй, блин, тяжеловесы проехали здесь. Да, блин. Где-то я уже такое видел. Да, тут едем спокойно.
шоссейнер в грунтовых обхилах. Ладно, чтобы колеса не провернулись. О, да, давай. Нормально. Пока я на нем сижу, нормально. Но начинаю вставать на ноги, колеса просто на месте буксуют. Ну ни хрена, все теплое. Да сейчас. Не, не хочу. Ух ты ж. Ой, как оно не хочется ехать теперь. О, посидели. Чуть-чуть ноги помочил. Купаться не стал, ну его понятно. Я не готов. Пришло лето называется. Нежданно, негаданно. То плюс 15, то на тебя бубух сразу. Под тридцатку. Шоссе в полях, зашибись. Ух. Надо скинуть передачи. Ой-ой-ой. Так, по центру пойдем. Нормально. Главное не становиться на ноги. Просто проворачиваются колеса. Блин, куда ты едешь? Разъехались. Песок, песок. Нет. Да. Рукава утеплители, которые, скорее всего, придется, да по-любому их придется выкладывать, они уже не нужны. 6:30, а у нас 30 градусов, ну это жесть, какое может быть утепление, да. Опасная зона. Что там, потеряли кого-то? А ты с герметом? Да, да. Ну, да сейчас надо заклеить. Не зря я 4 смело что думаю. Ну там надо это. Поворачивать его хорошо. Ну да, у меня уже заклеилось. Мне надо как-то проверить, ну, какая максимальная мне сюда лезет покрышка. Пошире, ну. Ну сзади тебе прям большая, да, залезет, а спереди нет. Да я думаю 35 где-то, ну может 34. Ну, ну, ну это, ого, 30. Вот это 38? Вот так у меня 30. Ну, 3-4 бара. У меня 30. Так там разница. Хотя 8 это почти целый сантиметр. Да. Ну, в принципе, верю. Она именно у тебя оптимальная. Ты нормально по грунтам там не погоняешь. Ну и по городу тоже. Именно золотая середина. Вот здесь тебе вообще шикарно. А на МТБ тут скучно. Вижу, вижу. Поворот на Кременевку. А здесь такие камешки. Можно прилечь, поесть, перекусить. Облокотить. Что, по второму кругу? Мало проехать. Человек сотку докатывает. Закрыли. Наматывает. Ему там пятнашку не хватает. 11, даже 11. Одного бойца потеряли. Теперь на Касьяновку. У меня новый гибридный фонарик. Раньше он висел у меня под выносом, теперь над выносом. Вчера пришел домой соседский кот. Если б не он, я бы даже и не узнал, что у меня фонарик сдох.
решил его тем автробоскопом подрезнить. А фонарик не включается. И все. А вы поехал. Так что почаще дразнить, я готов. А у нас миссия найти колу в магазине. Справа, где-то там. Сказали, где-то домов 7 от силы проедем и увидим. А, вот он, все. Отлично, открыт. Так, ты если сейчас... А, вон здесь все, есть, отлично, виза. Класс. Это как, знаешь, маленькие животные, которым нужно постоянно питаться. Вот эти, грубо говоря, резервы нет. Да, резерва нет вообще. Ну куда? Какие могут быть резервы, если я меньше 60 езжу? Это же так же самое. Калибри, вот не помню точно в цифрах, пускай будет часа 4. Ей надо есть постоянно. Если она не поест, то все, ей хана, она умрет. Фишка-то маленькая. Вот так же самое и с большинством вот этих вот мелких животных. Дистанция 112. Скорость почти 30. О, руки болят, это как шмаркалось. Надо что-то делать с рулем. Жестко. Он прям, ну, очень жестко. В таких случаях либо меняется обмотка, либо альтернативный вариант — это вторая обмотка сверху. Руль становится очень мягким и не отдает руки так сильно. Но я ездил в том году с таким рулем. Он был, правда, трубой, и там обмотка была жирная. Кисти так не болели. Не отъезжаю буквально 30 километров и начинается. То есть, причем не важно, в городе, не в городе. Покрытие тоже не имеет значения. Уже и так еду. Блин, я так в принципе не езжу. Не было необходимости. Теперь научился.